Я расскажу вам историю о Рождестве Христовом. Давно-давно жила тетя, ее зовут Мария. И снилась в нее ангел, и он сказал: у тебя будет родиться сыночек, у него будет имя Иисус. Один раз он ее все спал, и пришел ангел, и у него было большие крылья и красивое платье. И они сказали, тебя будет беби. И будет его называть Иисус. И если послушно, и потом он пришел до Марии. Он сказал Марии: Мария, пойдем со мной. И я взял Марию, и они пошли далеко-далеко. То время был кеш. Вызвали август. И он сказал, что все люди идти назад в свой город, туда, где чистится его весь род. Иоса и Мария долго и долго. Не пусти Бифлея. Они много две кистукали. Не было места нигде. А потом один дядя сказал: пойдем со мной. Они пришли туда, где спят коровки, курочки, овечки. И эту ночь родился Иисус. Ты, Мария, что твое дитя пойдет по водам моря. Знала ты, Мария, что
что твое дитя спасет от зла и горя. Знала ты, что твое дитя откроет нам Творца. Рожденный сын тобою освободит тебя. Ты Мария, что твое дитя слепому даст прозрение. Знала ты, Мария, что в руке его душевный будет смирение. Знала ты, что малыш твой среди ангелов ходил, и склонясь над ним с любовью, ты целовала Божий лик. В это время пастухи были в поле. Пастухам явился ангел и сказал: «Не бойтесь, я принесла вам великую радость. Не гоните на вида, найдите спаситель, который есть Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца, и взят он у ясля». Тогда на небе появилось много ангелов. И они пели: «Аллилуйя, аллилуйя, Господи!» Когда ангелы улетели на небо, в небе появилась большая звезда, и пастухи пошли за ней. Когда пастухи пошли Иисусу, они нашли маленького Иисуса. Прибежали пастухи, пред младенцем ликовали, как мы.
Сказали всем-всем, что родился Иисус. В далекой стране было 3 мудреца. Они смотрели на звезды. И потом вдруг они видели новую звезду. Они думали, что значит новая звезда. Они искали книжки, что значит новая звезда. И нашли, что появился новый свет. Мудрецы и цара. И сказали, где новый царь. Царь услышал, стал злой. Он сказал им, идите, найдите и скажите мне, и я пойду. Поклянусь ему тоже. Мудрецы вышли и пошли искать Иисуса. Они зашли туда и подарили подарки. Золото, ладан и смирну. Если я принесла подарок Иисусу, я принесу звезду. А я куклу. А я конфетку. А я даймонд. А я игрушку. А я мягкую игрушку. А я золото. А я игрушку. А я колечко. А я пасую куклу.